Хотите сами подключать и отключать новые функции к своему мобильному? С Теле 2 это легче и проще. Зайдите на сайт my.tele2.ru, войдите в свой личный кабинет, выберите раздел «Тарифы и услуги». Чтобы отключить или подключить услугу, внизу списка нажмите кнопку «Настроить услуги». Там вы можете не только посмотреть, какие услуги связи доступны вам сейчас, но и подключить новые или отключить ненужные. Затем выбирайте, что хотите подключить, а что отключить. Хотите, включите определитель номера умышленно скрытых номеров. Хотите, отключите безлимитную Opera Mini. Без всяких звонков оператору. Сами подключайте и отключайте любое количество услуг через свой личный кабинет на сайте my.tele2.ru. Остерегайтесь подделок. Другие личные кабинеты вряд ли способны предоставить вам такие широкие возможности.